Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава «Яйца». Еще один урок, который я хотел сделать на нашу недельную главу. Итак, мы знаем, что Яаков отправляется в дом Лавана, чтобы найти себе жену в Харан. И там он находит не одну жену, как мы с вами уже знаем. Но, тем не менее, одно из событий, которое важно нам напомнить, что по дороге на него нападает сын Эйсава, Элифаз, и чтобы его убить по поручению Исава, но он не выполняет это поручение, потому что на просьбу Иакова и на взывание мольбы, что мы же все-таки родственники, лучше возьми у меня все деньги, все имущество, это будет считаться, как будто бы ты меня убил, и так ты выполнишь и не убьешь меня как родственника, и выполнишь обещание своему отцу, и ты ему как бы не соврешь, сказав, что ты меня действительно убил. И Элифаз принимает вот это предложение, и мы знаем, что Яков приходит к своим будущим женам в дом Лавана без копейки денег, без имущества. Понятно, что у него было до этого имущество, которое дают приданное, но тут он приходит без денег. Да, то есть при этом Яков не останавливается после того, как он обеднел, после того, как его ограбили, а идет вперед, потому что он видит, что он идет к цели. И вопрос, который я хотел задать, когда он увидел Рахель, он предлагает Лавану: я 7 лет отработаю за твою дочь, младшую Рахель, и объясняет Тора и комментаторы, он говорит, что были они в его глазах очень короткие, то есть из-за того, что он так любил Рахель, он не заметил, как эти 7 лет пролетели. И здесь у нас возникает резонный вопрос. Когда мы чего-то ждем, да, то есть особенно дорогого, каждый день для нас это вечность, да, то есть каждый день для нас это вечность. Помните, как в том анекдоте, когда один еврей молится у стены плача и просит: Всевышний, Всевышний, что для тебя одна минута? Да? Это как миллионы лет. Что для тебя одна монета? Это как миллиарды долларов. Да? Дай мне одну свою маленькую монетку. Ведь для тебя это как миллиарды. И все, больше ничего мне не надо. И голос сверху: подожди минутку. Да? И подобно этому анекдоту, да, то есть мы хотим сказать, что для Якова было это вообще очень быстро пролетело, как будто бы он даже не почувствовал этих дней. Но мы знаем, что так не должно работать. Мы знаем, что работает именно наоборот. Чем больше ты ждешь, тем больше ты жаждешь, ты не можешь дождаться. Особенно видно это в этом ребенке. Он говорит: когда мы полетим? Завтра? Нет, мы полетим послезавтра. А сколько? Через не 2 недели? А сколько это дней? 14 дней? Ой, это долго. Ой, это еще ждать. А ой, не сегодня. То есть мы ждем каждую деталь, которая приближается близко, как что-то, как нам это очень долго, мы ждем, помните, даже мы понимаем, что мы хотели бы перескочить этот момент, мы хотели бы перескочить будничность, суету, для того, чтобы дождаться этого момента, как кто-то, который ждет какой-то там встречи или еще что-то, он уже не может дождаться и говорит: когда же эта встреча. А тут мы видим абсолютно противоположное, что Яаков проводит эти 7 лет как пшик, и все, они пролетают перед глазами. Потом он еще отрабатывает, и все. И на этом у нас возникает вопрос: как же так? Почему так? Да? Почему я начал недельную главу именно с этой истории про Элифаза? Потому что мы должны понимать отношение, зачем Яакова мама с папой посылает в дом Лавана. Да, то есть причина, настоящая причина мамина, она говорит так, что Исав его может убить, поэтому его пошлю в дом Лавана. Но мы с вами прекрасно знаем из Агады, да, пасхальные Агады, что Агада говорит, что Лаван был страшнее, чем фараон. Куда ж мама его посылает? А и мы знаем, что он еще до этого учился, где он учился, в Ишиве. Он подготавливался к этому приезду. Но на самом деле мы понимаем прекрасно, что можно было посылать посланника, не обязательно бы ему надо было заходить в дом Лавана для того, чтобы забрать там жену. То есть мы видим, что все череда событий, которые произошли с Яаковом, существовали для одной простой причины. Для того, чтобы он выполнил какую-то миссию, которую может выполнить именно он, и для него эта задача была. Так как мы уже говорили в других местах, что Яаков получил благословение Исава, да, который означало, что он должен выйти в этот мир, заниматься материей и превращать материю в святость. Да? Он должен был поднимать материю, с которой сталкивается. И для того, чтобы поднять материю, ему как раз и пришлось спуститься в дом Лавана. Если бы он пришел с деньгами в дом Лавана, да, и взял бы жену и ушел бы, то он бы не смог поднять весь дом Лавана. Потому что, как мы знаем, он говорит в результате: у Лавана я был, да, то есть у Лавана я находился,
до сегодняшнего дня соблюдал все заповеди. То есть, есть даже история, что он поцеловал Скот, он поцеловал Рахель. Зачем он целует Скот? То есть, что значит Скот он поцеловал, да? Потому что в этом поцелуе он показывал, он видел святость в каждой материальной вещи. То есть, как говорит Тора, все, что было у Лавана, он забрал. То есть, что он забрал? Он вытащил все искры святости, которые были у Лавана. То есть, в этой материи, которая там находилась. Да, может, я немножко неправильно рассказываю, задан наперед, но тем не менее, это очень важно для нас понимать, что он находился там для выполнения определенной функции. Так вот, интересную историю, которую я хотел рассказать, да, то есть, я ее услышал у Рава Акриша, да, он говорит так, что однажды к Ребе пришла женщина, да, и она просила благословения на рождение детей, да, у нее долго не было детей, и она просила благословения на рождение детей. И Ребе ответил ей, да, пусть будет броха. Она говорит, нет, Ребе, я хочу сейчас, сейчас я хочу. Он говорит, ну, это хоть 9 месяцев, это должно по-любому занять. Это не может быть быстрее, чем 9 месяцев. Да, то есть в этом ответе, что это не может быть быстрее, чем 9 месяцев, мы понимаем, что ни одна мама, которая забеременела, да, не хочет, чтобы ребенок родился раньше, чем 9 месяцев. Почему? Потому что она понимает, что этот срок 9 месяцев – это обязательный срок для которого, чтобы плод был крепкий, чтобы плод созрел, и чтобы плод вышел наружу уже окрепчавшим. Ни одна мама не хочет, чтобы это было сегодня, да? Потому что она понимает, сегодня это еще не может быть. Она понимает, что 9 месяцев – это этап развития плода. Это этап развития плода, без которого это не может быть. Поэтому мама счастлива каждый месяц сегодня. Первый месяц, завтра второй день, завтра третий. Вот-вот-вот она ждет этого, и оно должно лететь быстро, когда она понимает, что каждая деталь, которая нужна, она нужна именно сегодня. Сегодня это важно. И если мы понимаем на этом примере, что произошло с Яковом, то мы понимаем, почему для него показались эти дни, считанные дни, потому что каждый момент он понимал, что эти 7 лет, которые ему суждено было отработать, которые так случилось, что он пришел туда без денег, они нужны для того, чтобы он получил свою жену Рахель. В результате он получил и Лею, и Рахель, да, но это все произошло только благодаря тому, да, что у Бога была задумка для того, чтобы Яаков выполнил свое посланничество. Именно он, а не посланник. Он должен прийти, обладая своими качествами и возможностями, он должен спуститься в этот мир, спуститься в самое жуткое место, которое называется Харан, да, от того, что там оно очень низкое, там перевод этого слова. И в этом месте он должен был достать цветок, как Рахель, достать эту долею, и должен был сделать все возможное для того, чтобы поднять весь этот дом своим нахождением. Каждодневным нахождением в этом доме он выполнял задачу, которую нельзя было выполнить за один день, нельзя было выполнить за 2 дня. Ее понадобилось долгие годы для того, чтобы выполнить эту задачу. И поэтому, осознавая, что каждый день, который он проживает, он выполняет важную задачу, и этот день является частью задумки Всевышнего, и этот день важен, и без него не может быть другое, он проживает этот день так, как будто бы он пролетает быстро. Что мы можем выучить с того, что я сказал? Очень важная вещь. Но когда человек подходит к этому миру и понимает, что каждый день, который он проживает в этом мире, он важен, и без него невозможно быть дальнейшее существование, он ему будет казаться недостаточным. Каждую минуту, которую он будет, она пролетела, она быстро пролетела. Да, мы начнем считаться, когда по-настоящему мы начнем ценить время, ценить каждую минуту, понимать, что жизнь коротка, а за эту жизнь нам надо сделать много работы, как говорится в одном месте, работы много, а день коротк, этот день это как наша жизнь. Когда мы понимаем, что коротка, когда мы понимаем, что каждую минуту не вернешь назад, тогда каждая минута нам дорога. И тогда мы проживаем этот день, пытаясь, чтобы он шел длиннее и длиннее. Мы знаем, что в конечном итоге мы идем к самой важной роли. Это, как мы говорим, женитьба. Женитьба между соединением, между Всевышним и еврейским народом. В данном случае это женитьба между Яаковом, это прообраз женитьбы между Яаковом и между Рахель и Леей. Да, как мы видим, что это женитьба, это путь, но каждый путь невозможно его перескочить, как 9 месяцев беременности, о котором мы сказали, их невозможно было пройти без того, да, чтобы эта вещь прошла. И поэтому, если мы будем относиться к сегодняшнему дню,
да, и ценить его, и понимать, что время нам дорого, и каждую минуту будем ценить, то нам будет не хватать времени, мы будем жалеть, что этот день быстро прошел, потому что этот день будет наполнен смыслом, наполнен существованием, наполнен радостью, наполнен всем необходимым, и мы бы хотели, чтобы этот день вернулся, вернулся, еще раз вернулся. И поэтому, когда придет тот момент, когда мы придем до конечной цели, мы будем жалеть о том, что это так быстро пролетело, это в идеале. И когда мы подходим так к жизни, мы понимаем, и мы иногда смотрим назад на жизнь и понимаем, что те годы, которые нам казались, когда же они закончатся. Помните, как ребенок, который в школе, он говорит, когда же я стану взрослым, да? Вот, а когда он становится взрослым, как он жалеет, что сейчас он не ребенок. Это мы выучиваем из нашей недельной главы. Это мы видим вот эту вот прекрасную историю, которая дает нам возможность одной фразой сказать, да, что это все путь, да, как мы говорили, этапы большого пути. Если мы вернемся назад, почему я говорил про эту историю, про Элифаза, про всего, у нас иногда бывают подъемы и падения в нашей жизни. Иногда мы сказочно богатые, да, а может не сказочно богатые, просто богатые, у нас есть деньги, все. И вдруг в какой-то момент мы все теряем, все, конец. Конец, нету, всего нету, мы все потеряли, не дай Бог, да. Надо начать с нуля, как Яков, который все потерял. И что тогда? Что, надо покончить самоубийством, не дай Бог? Надо отчаяться и все? Нет. Раз такое случилось, Яков не отчаивается. Он идет. А куда ты идешь? Без денег, без имущества. Ты идешь куда? В жениться? Как ты жениться идешь без денег? Как? Как? Как Бог хочет, так и будет. И он идет, и он ходит, и он добивается, и он поднимается. То есть то падение, которое у него было, он считает, что это этап для будущего какого-то движения. Да? Это этап для будущего подъема. Да, и так человек должен подходить к жизни. Иногда мы там кому-то одолжили, потеряли деньги, иногда мы просто у нас бизнес не пошел, иногда мы упали, и все, не надо отчаиваться. Надо понимать, раз такое случилось, у Всевышнего есть какая-то задумка. Мы не всегда ее понимаем. И мы видим, что Яков для того, чтобы подняться, отработал долгие годы. Он пишется, что ночью, да, у меня был мороз, да, я замерзал, летом меня жарил жар. И он говорит, я не спал практически, 22 года он не спал вообще. Он выполнял функции, он работал тяжело. Работал тяжело в этом мире. Это не значит, что мы тоже должны тяжело работать в этом мире. Но он работал для того, чтобы прийти к более высокой цели. Такая задача, так случилось. Раз Элифаз забрал у него эти деньги, забрал это имущество, это для того, чтобы в результате он сделал более высокую работу. Да? И мы видим, что в результате он выходит из дома Лавана с громаднейшим имуществом. Там, он дает Исаву, как мы видим, там громаднейшее имущество, это только часть имущества. А имущество просто огромное, огромное, огромное. И он видит, что благословил, сам Лаван видит, что благодаря тому, что Яков к нему пришел, Всевышний благословил его дом, благословил его судьбу, благословил его жизнь. И Лаван это прекрасно видит и осознает. И раз даже Лаван, грешник, это осознает, тем более Яков это видит, и мы с вами это видим. Да? И поэтому я хотел пожелать нам, дорогие друзья, что какие бы падения у нас не были, сколько бы мы ни потеряли в этой жизни, чтобы мы понимали, что это падение было неизбежно, это как часть беременности. Раз оно случилось, оно было неизбежно. Это значит, это точка нового подъема. Я уже говорил об этом не раз. Приводил пример раввина Йосифа Херсонского, когда его депортировали с России. Да, человек, которого депортируют со страны, у которого там уже налаженная жизнь, для него, в принципе, это удар. Что он сказал? Раз я переехал в Израиль, наверное, Всевышний хочет, чтобы я проявил себя здесь. Поэтому до этого, все, что у меня было до этого, мне нужно было потерять, может все, может не все, и переехать на новый этап жизни. Да? Наши удары, которые с нами случаются, это для нового этапа жизни, как мы понимаем. Но еще одна очень важная деталь, то, что эти этапы важны нам сегодня. Как бы ни был я ни упал, какой сегодняшний день, он очень важен. И он, мы его будем вспоминать, с большой радостью, что это был только этап. Я всегда приводил пример, когда спросили Ребетсон, да, жену Ребе, какой самый счастливый момент ее жизни был. Ведь она все время провела с Ребе. Такое счастье не у каждого есть. И что ответил Ребетсон? Как какое? Сегодня. Сегодня, да, потому что она понимала, что все, что было до этого, это для того, чтобы было сегодня. Может, те моменты, которые были самыми счастливыми для того, чтобы пришел сегодняшний момент. То есть, когда мы видим, что у нас есть цель, и эта цель, есть начало этой цели, и есть конец этой цели, то все промежуточные этапы – это движение к этой цели. Да, как помните, мы говорили в Тане, есть дорога длинная и короткая. Можно пойти короткой дорогой, но не достигнуть цели. Да, но можно пойти длинной дорогой, сделать еще круг, еще круг, еще круг. И все вот эти вот круги, которые кажутся, что это поход назад, да, что они как бы возвращают тебя назад, эти зигзаги, они на самом деле для продвижения вперед. Поэтому дай Бог, чтобы мы могли оценить свой день, мы могли
прожить его с радостью, плодотворно и понимая, что каждая минута нам была дорога. Я желаю вам хорошего шаббата, утшаба, шаббат шалом. Да, еще раз я говорю, что этот урок, как и предыдущие уроки, посвящается матери Александра Антоновича Машкевича, который сегодня йорцайт. И именно сегодня, сейчас у нас час ночи, я решил дать этот урок, чтобы не оставить эту женщину, которая носит имя нашей праматери Рахель, без внимания и сказать спасибо таким вот хасидским подходом, сделать урок для, в честь, в память о Рахель Батлюба Машкевич.